Аэропорты смогут контролировать строительство домов. Это коснется аэровокзалов Саратовской области. Их наделят полномочиями по постановке на кадастровый учет территорий с особыми условиями пользования. Введение реестра планирует поручить главным операторам аэропортов. Соответствующую поправку внесут на рассмотрение депутатов областной думы. Она, по мнению народных избранников, призвана предотвратить ситуации, схожие с решением о сносе домов новостроя в Юбилейном.